Чтобы разлить по бутылкам качественное вино, нужно тщательно потрудиться. Прежде всего, залог успеха – это сырье. Агрофирма «Золотая балка» к решению вопроса подошла кардинально. Для обновления виноградников здесь закупили более 600 тысяч новых саженцев. Привезли их из Италии и Сербии. Сорта «Мускат Блан», «Мерло», «Шардоне» и другие. Под посадку запланировано 135 гектаров. Эта лоза устойчива к болезням и оптимально подходит для почв Севастопольского региона. На сегодня мы начали большую программу перезакладки наших виноградников. Она займет 10 лет. Мы закупили в этом году посадочную машину германского производства. Она дает возможность сэкономить трудовые ресурсы и задействовать меньшее количество людей при посадке. Опять же, качество посадки очень хорошее. У нас немножко изменилась схема посадки, более уплотнилась. Это 90 сантиметров между кустами. И благодаря, скажем, такой форме посадки мы сможем собирать от 100 до 110 тысяч, скажем, с гектара. Предприятие активно поддерживается правительством. Департамент сельского хозяйства уже выделил свыше 43 миллионов рублей субсидий. На сегодняшний день предприятием уже на 1 ноября уплачено налоговых сборов, только акцизных, порядка 70 миллионов. На сегодняшний день, в этом году, они уже закупили порядка 25 единиц техники. Это 7 тракторов и 18 единиц навесного оборудования. На сегодняшний день уже порядка 63 миллионов рублей предприятие получило государственной поддержки. Мы надеемся, и вот после всех проведенных работ предприятием, они больше получат государственной поддержки. И мы надеемся, что они выйдут на свою плановую мощь. В текущем году порядка 4,5 миллионов бутылок готовой продукции. На виноградниках «Золотой балки» часть лозы по-прежнему высаживают вручную. К посадке этой присоединились представители правительства. Гидробуром возле опоры рабочие делают небольшие лунки, в которые затем высаживают лозу. Теперь свой саженец есть и у информационного канала «Севастополя». За полученные навыки виноградарства полагается сертификат. Сертификат начинающего винограда, Анастасия, вам. Спасибо. Посадка лозы на полях «Золотой балки» продлится до 10 декабря. Первый урожай из этих кустов соберут уже через 3 года, а через 5 лет виноградники войдут в полную силу. Анастасия Шульга, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя.